Слобода против центра, Сахаруха против пятого километра. Активные жители микрорайонов Уссурийска каждый год выясняют отношения на спартакиаде. 9 территориальных органов самоуправления, коротко ТОС, собрались на городском стадионе. По традиции начали с речевок и представления участников. Наши ТОСовцы, они самые лучшие в Приморском крае, как сами ТОСы. Ну и я так еще и уверен, среди соревнований, если они будут на уровне Приморского края, они будут самые результативные. Меткость тосовцы проверяли в дартсе, выносливость в прыжках на скакалке. Ловкость в бросках в баскетбольное кольцо вспомнили и старую русскую забаву – городки. Жители Междуречья оказались хороши в каждом виде, поэтому заслуженное золото они увезли домой. Активисты 5-6 километра немного не дотянули до лучшего результата, и в их арсенале серебро спартакиады. Тосовцы района Доброполья получили бронзу.